что тут такое расстояние, на котором снаряд пока летит, но он не долетает. Так что давайте наперед, становимся в центр. Так. Вернее, вплывай, сейчас пол галика уже все разломали. Так учините, Галя. Ребят, вам... Вас не очень, что ли? Ломается, понимаешь? Пять человек, чей? Если 5 человек чинит, должен присаживаться. Не, он нормально держится. Ну, просто познал это наш любой. Сейчас догоним, когда ты встал, не догоним. Так, слева Галеон, Тримаран, Престиж, видать разведку. Кто? Я попытаюсь потом поднять. До каких? До 40 снижаем? 41, по-моему, надо остановиться, да? Спазм Спазм человека. обычно. На корабле призраков. Вернее, уходи, сейчас я перебью. Погодите, спазм человека обычно. Нету. Их нету. Никого нету. Нет, все. Слышишь, дракон, да, оказывается, из двери послал. Да. Они, походу, ткнули, когда меня не было, потом ушли с собой, я дракон не видел. Корабль здесь, садитесь за пушки. Потому что почти 58% вообще не вне зоны. Надо место просто искать. Идите вот спереди, там точно есть. Здравствуйте. Короче, доходим до 30%, и отплываем к нему на безопасном расстоянии. Меня не появляется молоток. Вижу, что издалека воздух стреляет только одна пушка. Левый борт, корабль Миса. Левый борт, корабль Миса. Ага. Остался ближе. Что, не попробуй? Стрелять по воде, как плыть полезно. Как-нибудь впереди его немножко, чтобы, может, не так попадал. Я могу порулить. Да, по идее, просто у нас там корабль лежит, не острый там остался. Я могу порулить. Виса, у тебя стрелок есть на корабле? Вышел из вашего канала. Готов? Да. Призраки, призраки. Уважение. Будем сзади собирать этих. Я нашел их, не точку запугал. Много их? Еще 15. Примерно. А, дракон фулл, его не стреляют. Ого. Корабль 31% у дельфийца, 30%. Прекращаем стрельбу по дельфийцу. Это мы затраем, блин. У нас суток стоит. А кто будет на бисе стрелять по банше? Пусть просто прыгает, убивает банши и все. Ты, конечно, не доплыли. Че мы сейчас будет? Ладно, давай пробуем. Бис, если у тебя на корабле есть кто может стрелять, вплывай ближе. Ребят, дельфиец вызывает банш, их надо убивать вручную. Для этого надо подплыть ближе. Те, кто на корабле уже сейчас уже там могут. Победа вплывает уже.
убил, да? Чего он такой резкий, скажите? Это потому что близко поплавили. Бис, стрелой, камы стреляйте, корабль бис. Жальный корабль немного впереди, если он починит, ты просто потерять можешь. Ребят, аккуратнее сейчас со стрельбой. Престижи вводят в центр галеон, который будет бомбу сбивать. Нам его не надо топить. Да, сейчас тебя похилил тут. Включишь там. Даже другого галеона. Аккуратнее со стрельбой в корабль. Стреляйте гораздо наперед. Кто-то бывает, значит. Не бывает, но все равно старайтесь что-то. Чаще стреляйте. Чаще. Точнее, выстрелы в нос. Все равно нос старается, да. Может быть немного наперед будет. Хорошо, просто жду. Аккуратно теперь с кораблем. Все, можно отходить, там престиж заняли. Вы потопите сейчас корабль престижей. Не стреляем там. Может их храм все-таки поставим, если такое? Да, нормально, просаживайтесь, пожалуйста. Мы их просаживаем, понимаешь? Ну хорошо, пробуем дальше. Только, пожалуйста, не придется лезть. Еще пару таких залпов, он корабль взрывается. Подожди, Женя, где? У нас сразу еще разбивались, что-то. Так он не регенится, понимаешь? Дальше как он не регенится. Подожди, это потому что они банши сливают, а что вливать? Вот на нос. А, воздух, води корабль поприжимай, просто насквозь поприжимай. Сейчас, поприжу. Сейчас. Там некор, за рулем я чиню. Сейчас, сейчас корабль Айвана догонит и нас как бы подменит. Если бы у нас корабль танкинга был подготовлен для команды, то это не тут не надо танчить, тут просто надо чинить тыл. Надо банч сливать. Ну, это третий галик занимается. В главном речи был ты команды. Надо чисто канониров. Три. Канониров, хила и ремонт. И лучников. Корабль, который... Хилов даже не это... Парочка на галик. Где не успевает. Если что, пойдем ловить и сурка еще, вот тут мы сюда будет. Сейчас решим. Там в лес пришли, не помню, сколько. Что с драконом что-то происходит? Спасом, что там как? О, вот таком. Ну, они, наверное, ровненько в мир придут. Не будут раньше времени начинать. Стреляем или нет? Да. Можете пострелить. Кто с кораблями ходит? Там получается лук наш плавает. Да, походу наш. Нет, короче, он только ежик поднял.
Эжик. Нет, садись на меня, подвезу. Помогай. Тебе что-то не тут. Ёжик с этого кладбища скоро из этих могильных плиток сделает. Если ты можешь это звать. Ну что, отзываем, собираемся в одной кучке.